О самых ярких событиях недели в итоговом выпуске новостей в это воскресенье, 14 июля в 14:15 на телеканале «Россия. Культура». Не пропустите. Неистовый Дон Жуан. В Башкирском театре оперы и балета прошла премьера оперы Буффа Вольфганга Амадея Моцарта. Русская классика и национальная литература, детские книги и учебники. Башкирское издательство «Китап» отмечает столетний юбилей. Гроза над Белой. В Красном Яре реконструкторы из 12 российских клубов воспроизвели одно из важнейших сражений гражданской войны. Пейзажи, скульптуры и ростовые куклы. Экспозиция «Летние каникулы» открылась в выставочном зале «Ижат». Четверо друзей и собака. В республике начались съемки детского полнометражного художественного фильма «Душа пирата». И венок сплести, и через костер перепрыгнуть. В селе Балтика отметили самый известный народный праздник восточных славян Иван Купала –